хотят марафон, так вот, название это не просто красиво спортивное, там стоит марафон. Действительно, концерт очень большой, и в первом отделении у нас принимали участие 14 исполнителей. В общем, было что послушать, что поиграть. И для того, чтобы наши уважаемые солисты во втором отделении не чувствовали себя вот кто-то в первом, кто-то во втором, это как отдельный концерт. То есть оркестр отдохнул, никакой суеты, все разместились, строились, репетировали, и сейчас мы будем продолжать. Там марафон, действительно очень много, длинный получается концерт, 12 мы начнем, где-то около 1/4, наверное, закончим. И почему музыкальная эстафета, тоже понятно, потому что когда на сцене начинают свой путь маленькие музыканты, очень важно, чтобы кто-то из старшего поколения музыкантов передал частичку, протянул им руку. В общем, вот такую эстафету музыкально-творческую мы придумали. Я хочу сказать спасибо организаторам. Огромную работу здесь ведет учебно-методический центр Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Совместно с ними наш университет Герцена, Институт музыки, театра и хореографии и оркестр «Серебряные струны» этот проект осуществляют. Вот уже в пятый раз эта эстафета проходит в Санкт-Петербурге. Об этом проекте знают, его престиж повышается, о нем пишут в прессе. Много заявок. И даже где-то, в общем, не обойтись без вашей помощи в выборе участников нашего заключительного концерта, который состоится 7 марта. Дело в том, что сегодня мы вот делаем этот концерт-марафон, несмотря на то, что он очень большой, для того, чтобы каждый абсолютно участник этого проекта получил возможность выступить с оркестром на сцене, играть соло. Вы посмотрите, как все серьезно к этому относятся, все в костюме. Вы посмотрите, с какими чувствами рядом с исполнителями их родители, педагоги. То есть это действительно событие. Но при всем желании мы всех участников этого проекта не сможем озвучить на заключительном концерте. Там лимитировано время, и мы должны уложиться в 1,5 часа. Поэтому предстоит такая непростая задача – отобрать вот в первом отделении 13 номеров, во втором отделении 12 номеров, отобрать, ну, не более, не знаю, там, 13-15 посмотров. И я хочу обратиться к вам за помощью. Пожалуйста, у нас есть программки, где рядом с фамилиями исполнителей их репертуар, я попрошу вас, пожалуйста, вот там, по-моему, 12 номеров во втором отделении. Найдите мужество и выберите только 7 из этих 12. Я понимаю, что это непросто, но тем не менее, прошу вас, в конце концерта мы соберем ваши пожелания и обязательно их учтем при отборе участников заключительного концерта. Ну что ж, будем начинать. Я приглашаю на сцену первого исполнителя второго отделения нашего концерта-марафона. Карл Мария фон Вебер, хор охотников из оперы «Волшебный стрелок». Исполнитель Святослав Сергеев. Прошу вас. Thank you.
сцена из цикла «Карнавал животных». Исполнитель Лидия Трифонова. Thank you.
Thank you.
черемуха, колышется. Исполняет Голубова Татьяна. Thank you.
Киндергард. Вива. Исполняет Георгий Улитин. Смотрите, с каким отношением наши юные музыканты поднимаются на сцену. Это видно во всем. Подготовка. Это месяц напряженных репетиций. Времени не так много, потому что участников много, это все приходится делить. Где-то 20 минут, где-то 15, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Но где-то 3-4 раза за февраль ребята имели возможность для таких плодотворных репетиций с оркестром. На каждой репетиции присутствовали педагоги, родители. Атмосфера была самая-самая такая, знаете, творчески заинтересованная. Мне кажется, это именно то, что необходимо для наших юных музыкантов.
именно, знаете, создать вот такую среду, в которой вот этот молодой росточек получит возможность тянуться к солнышку. Ну, немножко, может, тучки разогнать еще, да, с тем, чтобы он видел вот этот вот свет, с тем, чтобы он ощущал заботу преподавателя, родителей, своих старших товарищей. То есть, по сути, это не так много. Сделать то, что мы можем, это в наших силах. Понимаете, в этой жизни очень много проблем, но есть то, что мы можем сделать сами. Это очень важно, потому что то, что происходит сегодня, от этого зависит наше будущее. Абсолютно точно. Можно писать, там, обсуждать статьи и так далее, можно вкладывать вот в этих молодых исполнителей, которые ваш завет понесут в будущее, когда они станут взрослыми людьми. Я не о том, что они будут помнить музыкальную эстафету, нет. Просто то, что в них вкладывается сегодня, с помощью педагогов, родителей, молодых музыкантов, это чрезвычайно важно, поверьте. Ну, не надо, не надо. Вам спасибо. Вот, ну, как я понял, Буслеры еще в дороге, наверное. Да? Но мы не будем затягивать, продолжим, может быть, они поедут, и дальше мы включим их в программу. Я приглашаю на сцену Женю Крылову. В ее исполнении прозвучит знаменитая Камаринская в обработке Александра Борисовича Шалова. Танцы. Финал.
свиты «Старогородские мотивы» исполняет Екатерина Марышева. Thank you.
встреча с гитарой. Высоцкий. Вариации на тему русской народной песни «Дряха». Солист Виктор Селиванов. Thank you.
сказал, что много исполнителей, а концерт уже заканчивается. Знаете, просто хочется играть. Видимо, все дело в здравом смысле, то, чем занимаемся, нужно. И вот в этой энергетике молодых исполнителей, в их искренности, ну и, наверное, в публике, которая так все слушает. Ну что ж, завершает наш концерт. Музыка Константина Шаханова, естественно. «Фантазия на три русские темы» исполняет Альбина Талибова. Thank you.
момент в жизни этого творческого проекта. Но вместе с вами, как ты ощущаешь еще более значимость того, что делаешь, это дает ощущение смысла жизни. Это очень важно, это очень нужно каждому из нас. Вот. И еще раз огромное спасибо педагогам, огромное спасибо родителям за то, что вы бережете, за то, что вы вкладываете все в своих детей, потому что это действительно это наше будущее. Еще раз спасибо всем организаторам. Напоминаю, что вы можете выразить свое мнение вот в этих программках. 7 человек из 12. Вот, Наталья Алексеевна, можно вас попросить? Вот передайте, пожалуйста, Наталье Алексеевне. Да. Еще раз всем спасибо и до встречи на заключительном концерте.